Острый носик с пятнышком, широкие ушки, как крылья летучей мыши. А как ножки послушно сложил. Так и не скажешь, что предками этого пузатого малыша были отважные бойцовские псы. Французский бульдог, совсем бульдожка, лапки развяжаются, малыш только что поел. Нет сил держать набитый животик. Этим малышам чуть больше месяца. Кажется, ясельная группа всегда сонная. Лениво перебирают лапками. Порода умная, но упрямая. Быстро надоедает рутина. И старые игрушки тоже. Поэтому погрызть что-то новенькое в окружении, пожалуйста. Вот пробует на вкус обувь гостя. А здесь кто-то оставил телефон без присмотра. Собака-компаньон. Она очень хорошо, я бы сказал, даже гармонирует с детьми, с пожилыми людьми, с одинокими. И находит общий язык со всеми породами. Она даже моих кошек не гоняет, не трогает. Вот посадишь малыша на руки, пузатый там и уснет. А вот со взрослыми товарищами дело обстоит по-другому. Тут активность зашкаливает. Играть с человеком или с другими собаками эта порода всегда готова. Хороший, такие хорошие. Ты мне штаны будешь стирать, а? Вот что значит любить собак. Французские бульдоги безобидны и поддаются дрессировке. Известны своим покоряющим храпом и фырканьем. Будущие хозяева, будьте готовы. Хотя, что такое недостатки, когда видишь эту милейшую мордашку?